Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре проект по заработку криптомонеты Tron. Называется Фермер. Здесь Sync, а здесь Фермер World. Вот как-то так. Представлен он, как бы, такой у него дизайн в игровой форме. И немножечко он отличается от обычных таких вот такого типажа проектов. Значит, это инвестиционный проект. На любые инвестиции в интернет всегда связаны с риском. Не забывайте об этом никогда. Значит, регистрация. Прописываем email, два раза пароль. Здесь будет invite код. Вставляем буквенную такую вот капчу. Буквенно цифровая. Нажимаем зарегистрироваться. Входим по имейлу и паролю. В пароле символы и всякие знаки не ставьте. И должен не превышать 8 как бы букв, там цифр. Вот как-то так. Логин. Здесь дается вот такая вот, ребятки, информация. Это все нужно прочесть. Значит, ну я думаю, если кого заинтересует, сами прочтете. Минимальный депозит, как обычно, от 5-3x. И почему он необычный? Потому что я сделала депозит. Ну, вот делаем депозит, а вывод доступен будет только через 24 часа. Не сразу. Я вчера зарегистрировалась и депонировала сюда 10-3x монет. Депозит делать все как обычно. Вот такие здесь картинки, как бы. Депозит, снятие, делиться. Реферальная ссылочка, команда, мобильное приложение, выход. Значит, депозит. Копируем адрес. И я вот скопировала, пошла в кошелек, сделала депозит. Потом перезарядка завершена. Нажала. И все, сразу монетки мне поступили на баланс. А вывод доступен только через 24 часа. Я вот не имела смысла мне вчера писать видео, так как вывод недоступен, значит, сегодня. Далее, по трейдингу мне с моего депозита будет капать плюс 5%. Значит, вот эта доля находится реферальная ссылочка. Ссылочку копируем, она копируется автоматически. Ну и попадаем в кабинет. Ну, 1003x тут дают, это как бы... Ну, бонус, он ни о чем. И вот количество пополнений 10-3х. Сам депозит я вывести не смогу. Я могу вводить только процент, так как на майнере депозит, он бессрочный. Значит, здесь команда. Сейчас пройдемся. Три уровня. Реферальная программа. Далее. Капитальные детали. Ну, вот такой вот перевод. 1000. То, что у меня на балансе было при регистрации. И вот мои 10-3х я депонировала. Передача. Она неактивна. Делиться находится, опять же таки, реферальная ссылка. Здесь двери, как бы, два раздела по реферальной ссылке. Здесь новости, они ни о чем. Как мне сказал мой пригласитель, стартовал он вчера. Так, и вот это тоже реферальная ссылка. Также здесь находится. Копируем, она копируется. И мобильное приложение «Выход». Значит, также здесь депозит и вывод. Вывод мне уже... Нет, ребятки, подождите, в трейдинг. Я вам сказала 5%, и вот здесь я могу собрать.
Как бы, да? Все. Я собрала, вот теперь иду. Кликаю вывод и выводить я могу. Мой ежедневный лимит 0.25 монет. Есть базик аккаунт, есть промо-аккаунт. С промо-аккаунта можно выводить без ограничений. Кликаю базик аккаунт, вставляю сумму 0.25. Точка. Иду я. Так. Сейчас скопирую адрес. Копирую адрес. Сейчас я вставлю пароль и после продолжу. Я прописала пароль. Думала, может отображаться будет. И теперь кликаю. Все. Монетки мои выявились. Сейчас затем посмотрим. Здесь стоят, но ничего. Так. И ждем поступления монет. Обновила страничку. И, пожалуйста, 0.25 монет поступило на кошелек. Вот такой вот немного необычный проект. Вот. Так что смотрите сами. Это инвестиции. Ну, инвестиции всегда риск. Я рискую своими деньгами, мои монеты, что хочу, то и делаю. Ну, а вы же думайте, решайте сами. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.